Так, а вы в чем сознаетесь? То, что я решил, связал его. Надел ему шок на голову. Я готов за это пенсию наказание. Есть штрафы. Вы его для какой цели? Ну это заслуга. Связать и что хотели с ним делать? Чтобы поговорить, никто не хочет там ничего с ним не делать. Потому что он нагрубил мне, просто хотел с ним связать его, отвезти и поговорить с ним нормально. Если он адекватный, то все, ну, все нормально было. Но да. Мы вообще недавно прилетели на остров. Так, значит, смотрите, вот кадет сейчас под моим присмотром вам выпишет штраф за применение, так сказать, оружия. Кадет, ты тут? Конечно. Значит, за, как бы, как это, да. Блин, как сейчас вспомню, как она называется-то. Неправомерное применение? Вот, красавчик, кадет, вот я за тебя плюсик поставлю. Ну, так, так я вынужден, ну, выписать штраф. 5000. Хорошо, я готов платить. Мне надо надеть оручники, да. Давайте. Я? Как? Что, мне кажется, он не рубит за это. А? Мне не нужен розыск, спасибо. О! Вот там. Всё. Так, Ваня, значит, как это... так он вернулся, Фокстрок, Химиков, где? Что? А, я Химиков, вот он. Я просто на аж нажимал. Я руки поднял. Так, а розыск у вас откуда вот за ранение? Какое? Меня он, меня ранение он. Ранение гражданского. Гражданского, вот, с пулемета, которое по ногам. Там попал, наверное, куда-то более серьезную часть тела. Да, там вы меня все зажимали, решето практически. Слава богу, Бурень спас. Я не могу. Да, давайте вопрос другой. Почему офицер Ира не пошел тоже что-то делать, решать конфликт там? Вы просто подъехали и я уже смотрели приехал, на... когда начались развиваться действия. Нет, нет, вот офицер. А, этот офицер. Сейчас подойдет главный, который идет следствие. Нет. А это можно снять наручники, когда я не могу? Подарок. Что вы все сейчас здесь стоите? Товарищ кадет. Так точно. Я могу быть свободен? Я как бы в штраф уже оплатил. Сейчас я спрошу. Вон, белый, белый. Товарищ Таня. Товарищ Таня. Да, да, да. Данный гражданин может быть свободен? Я бы сказал, эти два гражданина могут быть свободны. Им больше никаких претензий. Идемте, я вас выпущу. Все, я могу объяснить? Не показал, я разве всем показывал? Я вроде всем показывал. Но понимаете, такое, то, что я видел. Нет, подождите, что я видел. Но вы рассказываете, что вы говорите сначала, что вы оскорбляли, а потом говорите, что вы не оскорбляли. Вот это вот непонятная логика. Но есть у вас какие-то доказательства, доказательства того, что не похитили? Почему вы? Я вам еще раз объясняю, почему вы по форме в ковале ходите и без всяких проблем там не вызываете ни полицию? Подождите, почему вы вызываете своих? На машине. Почему? Нет. Почему вы своих вызываете, а не вызываете полицию еще? Вот, ну подъехали, не прикрывают вас. А полицию-то что нельзя вызвать, когда вы в пути едете? Чтобы мы это тоже видели. А какое долго мы в ковале вообще все находимся? Мы только на стрельбу подъехали. И причем, почему вы его не арестовали? Мы вам говорили много раз. Он оскорблял наших родителей.
это мне сейчас сказал? Записывайте, идите в прокуратуру. Я да. Что, в каком плане не то? Что не то? Ну что не так? Да их нету. А и можете показать жетон на всякий? Просто сейчас тоже ведется запись. Нет, он мне ни разу не представляет. Что вы находились в городе Ковалу без предупреждения хотя бы в общий канал, что нашего человека гопают в канале, в канал вот написать ПД хотя бы, что нашего человека гопают там. Все. Вы без руки. Я вам еще раз объясняю. Вы в Ковале находитесь как обычные граждане. Вам не запрещено вот это ношение оружия, формы. Вам запрещено это все. Какая разница, без руки, вы не без руки. Выезжайте из этого Ковалы. Одевайте гражданку и ходите. Я вам еще раз говорю, что в Ковале ходят только люди, которые с контрактом. И то под присмотром ПД. Они просто так разгуливают. В машинах ездят. Классная система. В итоге что? Давайте переходим к финалу. До этой системы вы сами дошли. Я ничего не подтолкнул. Я разбираюсь в деле. Какая система УПД, которая, когда ирашники плюют на закон, им говорят, так вы и так плюете. За такого отношения реально хочется просто повернуться с жопой. С оружием нельзя. Ну так вы и так, в принципе, поворачиваетесь. После того, как в суд подали вот эту фигню, иск, все это решили, и вы, ну вот, так почему мы подаем это? Потому что вы занимаетесь, ну что, в смысле мы проиграли. Помогали ловить. Если вы считаете, я что-то неправильно сделал, жетон я свой показал, лейтенант Томик, полиция Устровалтиса, можете на меня подать в прокуратуру. Вот вы стреляли по человеку, у вас есть какие-то доказательства, что вы защищали своего человека? Да. Есть как минимум свидетели, свидетели из одной группировки не могут быть. Да. А есть как минимум, вот видите, у меня на пулемете есть, у меня камера маленькая. Да. У вас есть, да, доказательства? Да. Можете предоставить их? Это займет только время. Не могу. Просто сколько время? Я могу предоставить только это время, реально займет большое. Ну, сколько большое? Розыск же. Ну там у меня видео там почти 2 часа. Ну, можно вырезать этот кусочек до того момента, знаю, когда вам дали в рацию, сказали, что моего коллеги гопают, подъезжайте, да, помогите мне. Вы выходите, там человек гопает, там минут 20. Где-то минут 20. Займем это, да? Я обрежу его и залью. Это займет минут 20. Ну да, где-то плюс минут 20. Жертвы. Алло? Да, я буду ждать вас. Я могу, чтобы если не вылетели, я могу вас развязать. Стоять спокойно. Да что вы еще раз? Я могу дать вас 20 минут для завершения этого дела, потому что розыск на вас. Хочу убедиться, что вы защищались. Если могу защищались, не просто выйти, вас сразу. Выйти. Да, и сколько там будет? Время есть. Могу здесь же выйти, просто это ускорит. Да, все, я зафиксировал ваш розыск, да, буду ждать вас. Офицер Ира, можете пойти на улицу, я вас провожу. Ваш коллега тут останется, появится потом, тут напишет. Можете, конечно, здесь с ним тут стоять ждать. Ну, конечно, вы же сказали, покиньте остров. Вы сказали, покиньте остров сейчас. Да, я просто
спрашивает. Покиньте, прямо здесь появитесь, да, иду. Хорошо, без проблем. Тут будет комната занята, он вообще же его не будет здесь. Какие-то допросы опять будут. На улице так же подойдут. Пойди на улице еще, да. Посмотрим, приедешь ли на мейзинг, блядь, и в тюрьме вообще нахуй не выйдешь, блядь. Она же вроде... А, сейчас увидим. Повлияет, значит никак не повлияет. Как же этого человека тогда найти будет? Страшник? Да. Страшник, как же его? Химик, химик, химик. Слушай, а химик на острове не подскажешь? Оружие. Оружие надо. Затарывались как-то у вас. Паспортки, ну тебе все показал. Машина. Проверяйте вашу машину. Хотите посмотреть? А что? Все, все хорошо.